Закон Краснодарского края 1539 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае был принят еще в июле 2008 года. Он ограничил пребывание детей на улице в вечерние часы и тем самым способствовал их безопасности. Соблюдение этого закона по-прежнему в центре внимания правоохранителей и общественности. Уже без малого 11 лет в Славянском районе успешно действует закон 1539, который создал правовую основу для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних. Скольких ребят он уберег от противоправных действий против них, скольким воспрепятствовал идти по кривой дорожке. В целом его благотворное влияние подтверждают и родители, и дети. Со времени вступления детского закона уже выросло целое поколение, для кого он привычен и необходим. Для того, чтобы никто не забывал о требованиях закона, проводится активная профилактическая работа казачества совместно с сотрудниками полиции. Нужная информация доводится до славянцев. Вместе с сотрудниками полиции мы проводим ежедневно, в плане того, что беседуем как же с родителями, так и с детьми, чтобы не было правонарушений. Совместный рейд славянских полицейских и казаков, который прошел в Славянске на Кубани, не выявил нарушений. В ходе рейда его участники не только контролировали соблюдение закона, но и напоминали ребятам его положение и разъясняли, что он работает в их интересах. В Славянске на Кубани рейдовые группы в соответствии с графиком работают каждый день. То есть действительно поручение вице-губернатора выполнено и усилены работа по реализации закона именно в летний период. Отмечу, что на территории города мы не выявили детей, которые могут находиться в возрасте 14-16 лет на улицах без сопровождения взрослых. В основном тут гуляет молодежь, и мы смотрели документы с сотрудниками полиции, им уже по 18-20 лет. Работы по профилактике и предотвращению нарушений детского закона будут продолжены. В заключение хотелось бы еще раз напомнить, что исполнение требований закона убережет подрастающее поколение от совсем ненужных проблем. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».